Ну, опять же, все к месту должно быть, поэтому вдогонку вот этому еще такой стишок. Вот. Черти тоже попадают в рай. С черного крылечка, без оваций. Приготовить нужно через край направлений и рекомендаций, справку об отсутствии грехов, длинный тест на знание псалтыри и тетрадь божественных стихов на листах формата А4. Черти тоже попадают в рай. Скромно, без надрыва и психоза. Каждый век туда идет трамвай, что зарезал Мишу Берлиоза. В бесконечном перечне смертей им достались тихие, без крови. Их отнюдь не тысячи чертей, их на силу двое или трое. «А зачем?» — спросили одного. Он ответил: «Здесь у вас не жарко». Это, кстати, правда. Оттого даже и в раю есть кочегарка. И копыта пряча в башмаки, как распорядился всемогущий, чертовы живут истопники, райские отапливая кущи. А когда в Эдеме снегопад и не слышно надоевшие арфы, черти петь Высоцкого хотят и хвосты наматывать, как шарфы, резать огневой, вдыхая чай, колбасу кровавую на блюде, черти тоже попадают в рай, потому что черти тоже люди.